Одеться с иголочки в казахстанские бренды отныне смогут жители Астаны. В преддверии Дня независимости в столице открылся центр продаж отечественной продукции. Ну а первым посетителем и официальным покупателем стал аким Астаны. Адильбек Джексибеков поздравил предпринимателей с открытием магазина и отметил важность создания условий для развития отечественного бизнеса и здоровой конкуренции. Свои товары представили 25 производителей, среди них фабрики со всех регионов страны. Но, к слову, покупателям магазина могут стать не только жители столицы, но и все казахстанцы. Робот-консультант позволяет выбрать товар в режиме онлайн и сделать заказ через интернет. В перспективе открытие подобных торговых точек ожидается во всех городах Казахстана.